Знаешь, ты напоминаешь мне Элая. Даже не знаю, чем именно. Взглядом, наверное. С4 было бы проще. Считай, сделано. Я тут. Тихо. Глаз Сокола. Рад тебя видеть. Знаю, что творится в Оленьей. Для тебя есть работа. Помнишь отель Гранд Вью? Дыру, откуда мы тебя вытащили. Придется туда вернуться. Яков держит там одного из наших, его зовут Брикс. Собирается промыть ему мозги так же, как и тебе тогда. Надеется выпытать у него про волчье логово. Я не уверен, что парень долго продержится. А если он проговорится, нам конец. Так что нужно поторопиться. Кое-кто считает, что лучше просто его убить. Но если убивать своих, чтобы спасти свои задницы, то чем мы тогда лучше Якова? Не, я на такое не пойду. Вот что мы сделаем. Уити состряпал депрограммирующую запись. Ты ее уже испытал на себе. Я дам тебе кассету, и ты поставишь ее вместо той, которая работает в камере Брикса. Ну, и посмотрим, что выйдет. Если все пройдет гладко, парень придет в себя. Если нет, ну, будем решать, что делать. Спартанец, прием! Воздух здесь лучше не бывает. Как думаешь, к фестивалю Чили Кон Карне тут все наладится? Прокатимся. Ты покойник! Чую, пасет циркванутыми. Переберусь туда. Ладно. Уже близко. Держись там. Надо спасти беднягу Брикса. Только учти, у меня в здании нет камер. Помни, как только окажешься там, поменяй кассету, и пусть программа работает. Раз за разом половину жизни меньшинства за благоденствие большинства. Это наш шанс. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас коллапс уже близко, и жизни меньшинства перевесят жизни большинства. Иди туда!
позицию. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас коллапс уже близко, и жизнь большинства перевесит. Хороший враг, мертвый враг. И когда народ не ведомствует голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. Мы не проведем стадо, мы сделаем стадо. Этот мир слаб, мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Нашел его? Просто поставь кассету. Техники. Слабые, шалки. Ах ты, черт! К тебе едут грузовики. Похоже, Яков знал, что мы придем. У них там куча пулеметов и минометов во дворе. Не стесняйся, используй их игрушки. Меня обнаружили! Эдемщики на дороге! Тебе не уйти! Миновала.
настоящий герой, вот что я скажу. Бриксу невероятно повезло. Выживальщики вот-вот его заберут. Яков лишился своей уютной пыточной камеры. А представляю его рожу, когда он узнает, что Грандвью теперь наш. Ты всем доказал, что ты надежный человек. А я всегда это знал. Увидимся в логове, солдат. Будь осторожнее. Привет, это Фил. Вам везут новые подношения. Знаю, поставка не маленькая, но мы тут сорвали большой куш. И я не хочу, чтобы все сгнило. Слабые всегда мнят себя героями. Эти придурки хотят пуча. За что бы они ни сражались, они считают себя воинами. Они не воины, они дети. Ополчение ВТЛ не солдаты. Они ничто. А их лидер, Илай, не герой, а жалкий трус. В них нет силы. Они слабы и станут добычей. Получилось!
гонщик готовится совершить очередной прыжок веры. Ширина пути почти совпадает с шириной квадроцикла. Здесь нужно быть предельно осторожным. Он даже не напрягается. На финише гонщика ждет еще один прыжок вслепую. Вот это зрелище! Гонщик выжил! Переберусь туда! Волки восстановили популяцию. Мне не помешает помощь. Эй, есть минутка? Отличная работа на радарной станции, но это не все. Похоже, они еще ведут трансляции. Нужно уничтожить антенны, чтобы это прекратить. Кажется, я видела три антенны на крышах. Захвати взрывчатку и подорви их нахрен. И поторопись, они наверняка знают, что мы уже здесь. Нам смогут доставлять припасы по воздуху. Как думаешь, мы сможем связаться с инопланетянами? Из логова мы сможем следить за всем лесом.
Отсюда можно выйти на прямую связь с Белым домом. Вот дерьмо! Внизу! Гости! Я спускаюсь! Вот прикройте меня! Голова болеть будет. Ага. Одной ногой в могиле побывал. Чуть не окочурился. Твою мать! Thank you.
переберусь туда! Он внизу! Темные мрачные тени в мерцании свечей и ламп. Здорово. Прикрой, пока я бегаю. Я сразу понял, что ты не из секты. Иначе у нас был бы другой разговор. Я рад, что ты с нами. Я Бо. Сколько себя помню, я живу один и кормлюсь от земли. Я знаком с преступностью, коррупцией, безумием. Но секта за гранью. Впрочем, я остался здесь. Просто выживаю иначе. Мать природа сильна. Нужно использовать ее, а не пытаться победить. В такое время глупо надеяться на созданный людьми мусор. Вижу, ты мне не веришь. Давай так. Принеси орлиные перья и кости Левиафана, и ты все поймешь. В школе нас к такой херне не готовили. Правда, я не доучился. Thank you.
эта тварь нас реально порвет! Не стройте, пока я перезаряжаю! Иду! Никогда не пристегивался, нечего и начать. Зло. Только не эдемское говно. Ого, спасибо. Рад, что ты вернулся. Ты молодец. Уважаю тех, кто нигде не пропадет. Держи, тебе пригодится. Труды человека хрупки, а природа вечна. Она хороший учитель. Слушай ее, учись у нее. И все получится.
город. Не волнуйся, мои охотники приведут тебя к нему. Вот черт! Он опять устроил охоту! Будь осторожен! Его люди могут быть где угодно! Они хотят этого. Нет, хватит. Я знаю, тебе больно. Бог дал, Бог взял, а? Но он испытывает всех. У меня была жена. Красавица, да? У нас должен был родиться первенец. Да мы и сами были детьми. Я был в ужасе. Боялся отцовства. Считал деньги. Она нет. Верила, что все образуется. Она всегда верила. Однажды она поехала в гости к подруге. Потом авария, и Бог взял ее. Меня повезли в больницу и оставили в палате с маленьким розовым комочком, утыканным трубками. Сказали, что я должен быть сильным, потому что малышка выживет. Господь сберег нашу дочь. Врачи оставили меня с ней наедине. И я смотрел на дочь. Такую беззащитную, невинную. У нее был только я. Никто из ниоткуда. Ни с чем. И в тот момент я понял, что это испытание. Бог указал мне путь. Оставалось лишь сделать выбор. И я возложил руку на ее головку. Склонился, вдыхая ее запах. И мы молились о силе и о мудрости. Я вдруг все понял, постиг Божий замысел. Я взял пальцами пластиковую трубку, прилепленную к ее ангельскому личику, и плотно сжал. Она начала бить ножками еще, еще. И все. Покой. Пустота. Господь дал, и Господь взял. Боль. Наши жертвы. Это часть испытания.
проверки нашей способности служить Богу, чего бы он ни просил. Ты справился. Жертвуй слабость. Принеси свою жертву! Принеси! Да. Неплохо. Убьем славы! Как у тебя дела? Привет, тебя давно не было видно. Ополчению не помешает твоя помощь. Доберись до волчьего логова. У нас найдется, чем тебя занять. Первый, второй, третий вздуть святош. Шаг четвертый оттяну. Чел! Go!
Говорят, в этом туннеле обитают призраки всех. Дерьмо! Пойду прогуляюсь. Прикрой! Прикрой, я иду. Дамщики! Что за... Вот так же стрёмно было, когда я скунса поцеловал. Случайно. Пойду прогуляюсь. Прикрой!
испортил. К нам тут гости. У нас гости. Тут кто? Послушайте, мы ждем еще одну партию судей в Клыке, а ее все нет. Если у вас недостаточно зверей, мы можем выслать еще охотников. Но не оставляйте нас без судей. Иаков взбесится, если не получит натренированных судей, которых он просил. Сначала я не поверила, но потом увидела все своими глазами. Чёртовы эдемщики используют пленников как мишени. Нужно положить этому конец. Хорошо, что ты нашел логово.